Привет! Сейчас мы будем делать пакет трейсер 11.3.3.3. Скачиваем инструкцию в PDF формате. Сейчас у нас загрузится ссылка. Нажимаем скачать. Сохраняем на компьютер и открываем с помощью Adobe Acrobat Reader. Здесь мы видим вопросы и поля, в которые вам нужно вписать ответы. Например, key команды вводят сведения об IP-адресе. И пишем эти команды. Вот у нас список команд, но сейчас мы это будем делать в ПК-файле, который я тоже скачиваю и открываю в пакет трейсере. Сейчас он откроется у нас. Надо немного подождать. Вот у нас открылся. Вводим имя. Email. Дополнительную информацию. Подтверждаем. Да. И видим нашу топологию, можно открыть инструкцию. По сути, такая же инструкция, но без полей, поэтому вам нужно в PDF-файле отвечать на вопросы. И потом его отправлять вместе с этим ПК-файлом, который тоже нужно будет после выполнения сохранить. Что нас просят? Просят вводить команды show по порядку. То есть сначала нам нужно зайти в компьютер, десктоп, терминал. Вот мы видим, что у нас консольным кабелем компьютер подключен к маршрутизатору. Нажимаем ОК. И через терминал мы зашли в наш маршрутизатор. Здесь нас просят вводить команды. Например, show ARP. Можно ее копировать, вставлять и смотреть. Вот у нас показывает, что это команда, протокол, адрес и так далее. И все это вам нужно сделать со всеми этими командами. Например, я сейчас их просто быстренько все повожу. А вам тоже нужно будет это сделать и ответить на вопросы в PDF-файле. Вводим команды по очереди. Изучаем внимательно то, что они нам вводят. А если появляется more, вы можете нажимать Enter, пока не закончится, или нажать просто кнопочку Q. Но сразу прервет. Вводим дальше. Show IP Interface Brief. Show Protocols. Вот тут тоже more, more, more. Или можно Q нажать и выйти сразу. Show Users покажет юзеров. Мы видим, что у нас есть user. И все, больше никого. И Show Version. Это показывает версию. Версию OSI, которая настроена на этом маршрутизаторе. То есть информация о прошивке этого маршрутизатора. Можно вот так вот держать Enter. Все, у нас закончилась она. И все. Это очень простой пакет трейсер. Вам только нужно изучить то, что выводят нам эти команды show, и ответить на вопросы. На этом все. Пока.